ничего страшного. Сейчас заснимем. Уже записано. Значит, смотрите, сейчас там во Врадиевске все корреспонденты. Они уже все равно прием закончили, люди все расходятся. Ну, по крайней мере, я вот сейчас сниму для газеты, что да, что люди... Заходите, да. Сколько же можно ждать? Да, просто это сам. Хотя бы сделаем хотя бы какую-то видеозапись. Ну, да, всех людей выставим. Значит, вот люди, снимаю людей, которые простояли по 4 часа в очереди, так и не попали. 4 часов утра занимают очередь. Принимать не успевают. Прием происходит только во вторник, в четверг по 3 часа. На человека тратят по 40 минут, да. Людей не успевают всех принять, люди стоят по месяцу, вот, как бы возмущение нарастает. Два кабинета. Вот, Алянич Ольга Васильевна должна принимать, но не принимает. Третий раз прихожу, третий раз не принимает. Некий Корж Микола Викторович, от которого я сейчас...